Бедная страна отсутствием работы, маленькой зарплаты, но, несмотря на нищету, живут счастливо. Семья отца Хуо, дочери Елены, Леллы, Сильвии, близнецы Мок и Аким, живет счастливо. Мама убежала, бросив мужа и детей, и как они бедно жили, что дети ходили в изношенной одежде. Отец Хуо работает садовником у богатого сеньора Перси Тороза. Он любил детей, но ужасно уставал на работе, но не мог показать детям свою усталость.